Привет, я Виталий Черясов, эксперт по бизнесу в Арабских Эмиратах. Сегодня я раскрою все секреты фризон, особых экономических зон, которые могут поменять вашу бизнес-стратегию. Хотите узнать, как совершенно легально платить 0% налогов или как подключиться к самой современной инфраструктуре? Смотрите до конца, и вы узнаете, как фризоны в Арабских Эмиратах помогают предпринимателям со всего мира выходить на совершенно новый уровень в их бизнесе. Фризона – это специальная экономическая территория, которая предлагает предпринимателям различные преференции для бизнеса. К примеру, снижение ставки налога. Здесь вы можете открыть компанию на выгодных для вас условиях. В Арабских Эмиратах свободных экономических зон около 50, и каждая из них предлагает различные преимущества для разного типа бизнеса. Именно это разнообразие привлекает сюда предпринимателей со всего мира. Интересный факт. Первой свободной экономической зоной в Арабских Эмиратах является Джебель-Али Фризон. Она была основана в 1985 году. Сегодня эта фризона одна из крупнейших и является домом для более чем 10 тысяч компаний из 140 стран. Этот факт показывает, как быстро и эффективно развиваются фризоны в Арабских Эмиратах. Итак, почему фризоны – это рай для бизнеса? Во-первых, это 0% подоходного и корпоративного налога при определенных условиях. Да, вы не ослышались, 0%. Во-вторых, отсутствие таможенных пошлин. И в-третьих, свобода вывода капитала за пределы Эмиратов. Здесь минимум бюрократии и никаких проблем с валютным контролем. Вы можете полностью сосредоточиться на развитии своего бизнеса. А еще доступ к современной инфраструктуре и стратегическому расположению между Востоком и Западом. Это ваш ключ к рынку Ближнего Востока, Африки и всего мира. Вот вам пример. Компания, зарегистрированная во фризоне DMCC, может значительно снизить свои операционные затраты при помощи налоговых льгот и доступу к современной развитой инфраструктуре. Сама фризона DMCC специализируется на торговле сырьевыми товарами, это алмазы, золото, чай, кофе. И, кстати, она 9 лет подряд признана лучшей фризоной в мире по версии Financial Times. Сейчас во фризоне DMCC зарегистрировано более 24 тысяч компаний, что делает ее одной из самых крупных свободных экономических зон Эмиратов. В Эмиратах есть фризоны для любого типа бизнеса. Развиваете IT-проект? Пожалуйста, Дубай Интернет Сити или Дубай Силикон Оазис с современными офисами и дата-центрами. Медиа? Дубай Медиа Сити с доступом к продакшн-студиям. Логистика? Джебель-Али Фризон или, к примеру, Дубай Аэропорт Фризон. Есть зоны для финансистов, производителей, торговых компаний и других. К примеру, такие фризоны, как Ракес или Хамрия Фризон, подходят больше для компаний, которые развивают бизнес в легкой и тяжелой промышленности. Здесь можно взять в аренду земельный участок и поставить там свой завод. Такие крупные игроки, как Coca-Cola и Ahmad Tea, уже здесь. Почему бы и вам не присоединиться? Но Арабские Эмираты не останавливаются на достигнутом. Страна постоянно развивается, и здесь появляются новые специализированные зоны. Отличный пример – фризона Кизад, которая сейчас является одной из масштабных зон в ОАЭ и включает в себя различные кластеры, в том числе кластер агротехнологий. И совсем горячая новость. Не так давно в Эмирате Шарджа появилась новая свободная экономическая зона Комтек. Это технологичная фризона. Она предлагает уникальные возможности по освобождению от налога на прибыль на 50 лет с возможностью продления. Запуск этой фризоны – это стратегический шаг по превращению Эмирата Шарджа в глобальный хаб по телекоммуникациям и новым технологиям. Такое разнообразие фризон в Арабских Эмиратах позволяет предпринимателям со всего мира найти здесь идеальное место для развития традиционного торгового бизнеса или бизнеса, связанного с инновациями. Как открыть компанию во фризоне? На самом деле процесс регистрации достаточно прост. Вот 5 шагов. Первое – выбираем организационно-правовую форму юридического лица. Второе – определяемся с видом деятельности, чем компания будет заниматься. Третье – вид физического присутствия – коворкинг, офис или, может быть, склад. Собираем пакет документов и подаем к регистратору. И последнее – оплачиваем пошлину и получаем лицензию на вид деятельности. Весь процесс занимает от 1 до 14 дней, зависит от того, чем компания будет заниматься и где конкретно, в какой свободной экономической зоне вы регистрируете юридическое лицо. В некоторых свободных экономических зонах, например, в Creative City Free Zone, вы можете зарегистрировать компанию всего за $1500, а срок займет
один день. Это быстрее, чем во многих развитых странах. Арабские Эмираты сегодня – это не только нефть или туризм. Это глобальный бизнес-хаб, который предоставляет максимум возможностей для предпринимателей со всего мира. Фризоны ОЭ – это ваш входной билет в мир бизнеса с минимальными рисками и максимальными возможностями. Так что не упустите свой шанс. И напоследок, вот вам пища для размышления. Согласно отчету Всемирного банка, Эмираты находятся на 16 месте в международном рейтинге по такому показателю, как легкость ведения бизнеса. А по данным Global Entrepreneurship Monitor, здесь созданы идеальные условия для стартапов, в чем фризоны играют ключевую роль. Так почему же не воспользоваться этой возможностью? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, что еще хотели бы вы узнать о бизнесе в Арабских Эмиратах. Ну а если вы уже решили сделать первый шаг, пишите, и мы поможем вам открыть компанию в лучшей фризоне ОАЭ. Пока!